Причины своей отставки, о которой было заявлено 15 мая, официально прокомментировал губернатор Вологодской области Олег Ушинников. Он пояснил, что четко видит перспективы развития региона и готов их реализовывать в качестве избранного вологжанами губернатора. Почему я и принял решение именно в этот период попросить о поддержке президента и о поддержке, прежде всего, вологжан нашей стратегии, стратегии развития региона? Потому что сейчас как раз тот период, когда мы переходим на новый этап развития экономической модели нашего региона. Мы закончили процесс, практически закончили процесс жесткой оптимизации. У нас появляется бюджет развития, мы начинаем строить. В ближайшей перспективе регион готов строить дороги, детские сады, больницы, продолжить процесс газификации районов и всерьез заняться проблемами сельского хозяйства. Олег Ушинников считает, что такие возможности у бюджета есть. Эти намерения он уже озвучил президенту страны и получил поддержку в своем решении идти на досрочные выборы главы региона. Решение Олега Ушинникова уже поддержали и представители его команды, в частности, глава города Евгений Шулепов. Олег Александрович Ушинников принял очень важное для всей Вологодской области решение, требующее политической воли и мужества. Он принял решение пойти на досрочные всенародные выборы для того, чтобы заручиться поддержкой всего населения в решении сложнейших задач, которые сегодня стоят перед нами. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин одобрил это решение. Олег Ушинников возглавил Вологодщину в тяжелейшее время. Наш регион оказался в тяжелейшем финансово-экономическом кризисе. И потребовались нестандартные решения и колоссальная энергия для того, чтобы удержать ситуацию под контролем. У нас с губернатором выстроена совместная и конструктивная работа. С помощью Олега Александровича нам удалось войти в новые федеральные программы. А это сотни миллионов рублей инвестиций в наш город. Впереди у нас много проектов, интересных задумок, одобренных и поддержанных нашим губернатором. Я готов всеми силами поддерживать Олега Александровича на предстоящих выборах и глубоко убежден, что вологжане окажут ему доверие. После подписания указа президента о досрочном сложении полномочий Олег Ушинников будет руководить областью в качестве исполняющего обязанности губернатора. Дата выборов и главы региона, собственно, как и старт избирательной кампании, станут известны к середине июня. Мария Поздеева, Максим Тышковец, Вологда Портал.